Всем привет, вы на канале Fox Tales, с вами Катерина, это третья часть симулятора козла. Ну, козел у нас уже превратился в долбанана. Я знаете, что хочу? В костюме долбанана мы должны с тобой выполнить квест «Превратите в долбанана трех человек одновременно». А понятия не имею... Ну, они, по-моему, уже полные долбананы и так. Мне кажется, я их лучше не сделаю. Драки такие. Да, ноги мне переломали хребет. Знаете что? Я думаю, как бы нам этих долбананов-то превратить? Возможно, стоит одновременно. Да иди сюда. Оп. Так, допустим, сюда. И тебя. Иди сюда. Сюда тоже. Нет, стойте, бляха-муха, стоять! Ага, ага. Я что хочу? Я их хочу в кучу. Да, во! Два получилось одновременно. Да ну не... Короче, как их троих? Я хотела их сложить в кучу. Встань, безмозглый же. Но! Они встают. Иди сюда. Иди сюда. Да не ты. Брось его. Так. Да что вы бьете? Это моя куча мужиков. О, во-во-во-во, иди сюда. Пошли, пошли, пошли. Так, стоп. Так, она... Быстро можешь как-то... Есть! Получилось! Ну все, Патька тут у нас веселая. Ты видел, как он бегает? Не, подожди. Ладненько. Пойдемте дальше путешествовать. Вот меня. Короче, здесь у нас все выполнено. Давайте выберем. Что? Ты видишь этот дураков? Давайте выберем, куда мы пойдем. Я задолбал ты меня. Чуть-чуть побегаем долбананом, буквально немножко. И потом превратимся либо в хрюшечку, мы ей мало бегали, либо в козлюшечку. Где я? Скажите мне на. А, вот она я. Спасение Стива. Путешествие Дильбы. Это я знаю, путешествие. Так оно вот сюда же надо путешествовать. А что у нас есть по заданиям? Бесплатные деньги, бревно. Это древолюбов. Мы, кстати, с тобой не так и не отправили. Блин, давай вот сюда пойдем. Вот сюда. Поставь метку. Поставили метку. Где она у нас светится? Вот, пошли в ту сторону. Поближе к городу, поближе к новой козлиной башне. Еху. Почему-то долбананы у меня подвисают. Я не понимаю, почему. А ты видишь, дротики торчат. Ну, пошли. Нам с тобой вон тудыть. Еху. Ага, что-то прям долбанан у меня лагучий. Вообще не хочу лагучего долбана. Ну-ка в баню. Давай мы с тобой сменим долбанана на кисоньку. Ой, на кисоньку. Я кисоньку хочу. Вот. А голову с тобой вернем назад хрюшечку. Давай какую-нибудь... Кольцо на лоб. Да почему ты меня, падла, кидаешь? Ты ж сало любишь. Почему меня... Аж прям обидно. Я его даже не вижу. Встань, свинья. Да что тебе надо? Офигевшая скотина такая. Я хочу поменять другую шапку. Мне не нравится голова утки. Она больше у нас не в теме. Ёпа-мать. Давай будешь Индианой Джонсом. О, крутяк. А, еще тогда надо, знаешь, что поменять на спину вот эти. Вообще... Я даже не знаю. Ну, давай вот это вот. Слушай, вот. Свинья сало принесла. Побежали с тобой по нашей точке. А что у нас здесь такое происходит? А что за сакура? Вот как идти по точке, когда здесь такая красота недалече? Офигенно, да? Сакура цветет. Здравствуйте, я ваш... Новое событие спасения Стива. А, нет, подожди, какое сальто? Нам надо посмотреть, что Стиву сделать.
Не дайте Стиву утонуть. А как я его? Стив, я перерождение Будды. Иди сюда. Не надо. А ты не Стив, ты Вилли. А как Стива-то не дать? А, ты Стив? А, вот Стив. Так он уже у вас подох. Вы чё? Не Стив? Иди в баню тогда, раз не Стив. Ты Стив? Даже Стив? Так, это Вилли. У вас что тут? Массовое это перерождение. Ты Стив? Так, это Бартик какой-то. Бартик, подожди. Так, ты кто? Что, помыться решил тут? Так, это Гильермо. А где ж Стива-то найти? Не дайте, говорит, Стиву утонуть. Так никто не тонет. Знаешь, как я плаваю? Козел, а где Стив? О, это мое. Фишка в том, что я даже не вижу этого самоубивца. Рыбоньки золотые, желание мое исполните. Найдите мне Стива. Ты Стив? Ты кто? Бартик. Тебя я уже хватало. Может, здесь где-то Стив? Маданки, тайский массаж. Вы неправильно тайский массаж делаете. Вы в курсе? Так, мелкер, иди отсюда. Сломала. Он одетый. Какой же тайский массаж, если он одетый? Дорис. Подожди, Дорис, иди сюда. Смотри. Новое это. Развлечение. Улетела Дорис. Так, это тоже мое. Что-то меня подлагивать стало. Офигеть. Вроде нормально. Что-то лагает здесь. Я не понимаю, почему пришлось перезайти. Так, люди тонут, тонут. Ты Стив? Оля, нет. Короче, у нас нету Стива. Вот этого не Стива мы возьмем. Вытащим его нафиг и пойдем отсюда. Если что, как-нибудь попозже вернемся в эту локацию. А потому что я не понимаю, меня здесь подлагивает, меня это бесит. А еще плюс ко всему нету Стива, которого мы с тобой должны спасти. Мужик, если ты хочешь плавать, так плавать надо в нормальной воде. Вот там поплавай. О, норм, норм. Не дали утонуть. По крайней мере, не в бассейне. Там же не было уточнений, где ему не дать утонуть. А что? А ты что, предложение делаешь? Она согласилась? Ты что, мужику отказала? Дурочка, что ли? Нельзя мужику отказывать. У него же травма психологическая будет. Зато какие мне сандалетки классные. Так, а куда мы с тобой пришли? Где я? А, вот здесь у нас спасение Стива не сработало. Значит, мы с тобой должны вот сюда повернуть. Да, логично. У нас вот здесь почтение памяти, еще какие-то квесты. Двигаемся назад ближе к городу. Потому что у нас есть квест на сброс кольца в лаву. Но мы почти дошли, помнишь? А потом меня прук по щелчку и протонуло в непонятное место. Мне кажется, это ему... Кладбище. Брунхель. О, так, на кладбище в таком виде нельзя идти. Ни в коем случае. Мне, если честно, вот эти вот гетты не нравятся. Давай, Ануч, у нас такие красивые... Вот эти вот... Копытца. Пошли на кладбище, фиг ли нет. Мне прям страшно. А вдруг здесь восставшие мертвецы? А вдруг здесь восставшие из ада? Ой, простите немножечко. Так. А это склеп. Ну, я понимаю. Зомбаки ходят. Реально зомбаки. Пустите меня. Мне запереться надо. Как в фильмах. Старых, древних, древних фильмах 80-х годов. Там обязательно... Я не знаю. Ты не моя хозяйка. В смысле, дай мне твое сало. А ты не боишься, что ли, меня? Вы что здесь делаете? О, новое событие. Почтить память. Давай почтим память. Почитай память. Да не за что, пожалуйста. Еще кому-нибудь почтить память? Отдайте почтение трем павшим. Ты, дурочка, вот ходишь, а я... Ты-то охренела! Ты что? Ты зачем ломаешь-то? Нельзя ж, это не по канону. Призраку расхерачили. Мужик, прости, пожалуйста. Иди дальше, лежи. Она просто тут буянила. Мне пришлось ей немножко это... Что тебе не нравится? Тут память не почитается. Пошли искать другие могилы. Какие-то все агрессивные.
Чё такое? А выбор? Я не хочу лежать в могиле. Какой такси? А, вам труп помочь закопать? Так это мы могилу. Смотрите. Нет, не туда. Слушай, мужик, придется тебе умереть. Так, это себе. Куда они уходят? Иди сюда. Вот. Могила пустая. Могила полная. Земелечку подкидывайте. Вот, а фиг вы теперь выберетесь. А куда вы пошли? А, вы прям наверх пошли? А то я хотела, как в Симсах, знаешь? Заводишь Симса в комнату и убираешь дверь. И все. Он у тебя там умирает. Ну, пожалуйста, пожалуйста, обращайтесь. Я почитать могу запросто. Люблю вот это дело. Иди отсюда. Вы будете людей, они же спят. Так, где у нас еще одна могила? Вот она. Есть, завершено. Покойся с миром. Новый ранг. Пустите меня, пожалуйста. Дайте мне в церковь, разрешили войти. Ёпу-мать. Модный кроссфит. Новое событие. Это какая-то неправильная церковь. Не, мне она, конечно, очень нравится. Это мы... Повязка. Вы зачем мне хрень какую-то намордник на эту надели? Смотивируйте народ на забег. А какой народ? Каких дураков-то мотивировать? Я могу, конечно. Так, люди, мне говорят, вас надо мотивировать. Пошли, тебе точно бег пригодится. Вот определенно. Мы здесь, что ли, бегать будем? Смотри, я тебе одну эту паству принесла. Полуночное место у нас. Я поняла, иди сюда. Вот. Так она когда... Подожди, да, иди сюда, моя золотая. Так, надо как-то аккуратно ее положить. И самой не напороться. Вот, вот эта мотивация, я понимаю. А у меня вес идеальный. Ой, я вообще красотка. Так, это не забег, вот сюда. У меня не жир. Тут пожар, пожар. Иди сюда. Иди сюда, пока все не сгорело. Надо срочно к лету тебе. Так, еще одного давай. Похудеть. Так, что такое? Так, Тюри, ты и так в саду работаешь. Ты садовник. Пошли, вот тебя возьмем. Эти бегают. Модный кроссфит. Я поняла, это церковь у нас вот этих зожников. Ух ты, что-то новое. Смотри, это какая-то неправильная церковь, ребят. Я понимаю, спорт, и все должно быть в меру. Вот не надо до таких вот кровавых соплей голову опущенных бегать. Уйди, дурочка. А как штангу тягать? Охренеть. Покажи. А, ты на языке только, да? А, подожди, а я могу ей дать гантель? Иди сюда. Анна, на гантель. Я ее прижала, да? Ну, бери. Не хочет. Слушай, пастырь, ты какой-то говнопастырь. Иди отсюда. Слушайте, дети мои. Ешьте куриную грудку, пейте сок со шпината и будете немножко несчастливы. А если хотите быть счастливыми, то шашлычок под коньячок. И будет хорошо. Что не так? Что ты меня толкаешь? Что ты меня толкаешь? Я проповедую. У всех свой спорт. У меня вот такой спорт. И кто мне что скажет? Ладно, это прикольная церковь, конечно. Пошли смотреть, что здесь открылось. Иди отсюда, ты же подгораешь. Ребят, где здесь? Где-то был гараж. Потушите меня, пожалуйста. Никто меня тушить не хочет. Где здесь гараж был? Стойте. Стойте. Ага, не подходи ко мне. У вас тут черно-белая, во-первых, картинка. Вот она. Мне кажется, надо этому миру вернуть краски. Вот это гробики. Если бы я была вампиром, я бы определенно бы в каком-нибудь из них прилегла. Так, все, потухло. Ну, пойдем сюда. А, подожди. А это исповедальня, типа, да?
Отец мой, я согрешила, я немножечко жира накопила. А где священник-то? Какой-то неправильный священник. Стойте, ну... А че вы тут за кустами делаете? Вне церкви, а? Какие бездари, пастыри. Вон, 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 гараж, я вижу. Угнать? Нет, не надо угонять. Вы какие-то не... Да я тебя не ломала! Да я его не ломала, правда, правда. Что это? Протеиновая дискотека? Да... Подожди, я... Я думала, опять зависла. Иди в баню. Протеиновая дискотека 5:30. Бич прайс в 9:30. И какого хрена вы всем этим занимаетесь? Идите на пляж загорать. Так, нет, не то. Машина под ангела. Ну, поехали. Бахнуть энергетика. А, так мы сейчас будем людей, да? Подожди. Сейчас, мужик идет. Сейчас, смотри. Проходи, проходи, пожалуйста. Так я просто энергетиком раскидываюсь. О, прости, пожалуйста, не пил мой классный энергетик, поэтому и ничего не получил. А в чем прикол? А в чем прикол-то? Кого надо заэнергетировать? Сюда не заедешь. А что ты фоткаешь? Может, им туда накидать? Ну-ка, подожди. Да подожди ты. Вообще, машину очень тяжело управлять. Она искрится. Во. О! Держите энергетики во славу нашего... Здоровья, ёпа-мать. А туда никак. Это просто финиш, может, ручками. Мне не нравится, здесь как-то стрёмно. Выйди, пожалуйста. Ребят, всё, что ли? А чё здесь, больше делать нечего. Туда меня не пускают. Мёртвых мы с тобой почтили. Живым спорт привили. Пошли дальше. Мы с тобой должны вон в ту сторону бежать. Тур-тур-тур-тур-тур. Этот фоткает, непонятно, чего вы тут фоткаете. Бонсуар, мои замечательные. Я побежала дальше. В черно-белой гамме? Ну, так себе играть. Вот, краски, возвращайтесь, пожалуйста. Почему тут цвет не возвращается? Я, если честно, надеялась, что... А ты что тут делаешь? Новое событие, ударь крота. Давай смотреть. Так, задание. Так, вы знаете, что делать? А если я не знаю... А если я не знаю, что делать? А, тебя, что ли, бить? Ты кот. А, классная игра! Так, где, где, где? Вон, вижу. Где, где? Вот. Ага, 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 ага. И где? А как быстро-то? Удар крота, это я понимаю. Надо быстро бить. Но они, это же не кроты. Это же Сократия мне подкинула. Где он? Мне кажется, здесь все. Есть. Последнее пристанище бодаю. Ага, вылез. Так непонятно, сколько мне штук надо бить их. Вот, все. Просто не написано было, сколько штук ему места в мавзолее. А что, вылезти не могешь, да? Пора! Новое барахло. Шляпа искать. Ёпа-мать. Индиана Джонс, мне в хребет. Вот это я красоточка. Ну, пойдем тогда отсюда. Это что за... Просто горшок. А что это такое в нем было? А, непонятно. Так, а куда мы с тобой двигаемся? А здесь осталось имперский мавзолей. Ну так давай исследовать. Черно-белая серия у нас сегодня. Ну уж не обессудь. Нынче, говорят, это тренд. Пойдем, пойдем искать. А куда идти-то? Ну пошли. Я свинья не очень умная, но очень вкусная. Да я не трогаю тебя.
Мне вообще в этой церкви, наверное, все-таки надо было козлом стать. Так, вот здесь вот. А у меня здесь не апается никакой квест. Получаю удар от канделябра. Не, я думаю, что это нахер сжечь? Вот, а? Нет у меня? Нету ни хрена. Пожертвования не сдаете. Десятину не платите. Квест не апается. Тачку гоняй. Ты куда? Далеко не... Не, смотри, далеко уехала. Ну поехали, что ли, пока нас не взорвало. Да какой пип? Слушайте, еще здесь должен быть квест. Я его не вижу. Это я. Имперский мавзолей. Что там надо делать? Может, как-то наверх забраться, а? Ну-ка, точно так. Вы все горите, горите, пожалуйста. Будете гореть, как говорится, горите. Пойдем сюда наверх. Вон, видишь, колокольня. Нам определенно туда. Да, точно, да, гадливая Катенька? Том-том-том-том-том-том-том. Это чем-то у меня этот. А кто-то вываливается оттуда. Да я не знаю, как имперский марш играется. Там. Нет, это мне почему-то свадебный марш. Я не знаю, замуж что ли хочу, а? И чё? И чё? Ничего не происходит. Да я уже какой только сальто. Опа-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 
свечки. Это я свечки просто поскидывала. А ну-ка, подожди. А если я колокол облежу? Нет, стой, почему он не облезет? Вот. Не, он не облизывается. Смотри. Во, видишь? Я надеялась облизать, отойти подальше. И, соответственно, у меня бы это, язык бы раз так натянул бы. Видишь, он не облизывает. А какую силу я могу использовать? Может, козлом стать? Подожди, давай пилгором станем. Козлик мой. Не облизывает. Они там подпевают мне, что ли? Вы что, идиоты? Может, надо как-то... Я хрен его знаю. Да я же вам такие музыки сыграла. Я думаю, сейчас композиторы за мной просто записывали. А если... Подожди. А если встать под колокол? Хрен его знает. Ну, короче, я не понимаю, что делать. Может, если только разбежавшись, прыгнуть с колокольни? Не, оно так не бодает. Ну-ка, давай еще разок. Да у меня тут все это. Даже не апается. В баню, у меня уже башка трещит. Все. Колокольник с меня просто от бога. Потом вернемся сюда. Я просто не понимаю, что делать. Какую силу использовать? А как ты так затормозил? Юхлюх.
Поломалась маленько, прям на кладбище приземлилась. В общем, посмотрим. Я не сообразил, но у меня уже, блин, глаза, если честно, устали от этой черно-белой гаммы. Вот фильм недавно смотрела, знаешь, какой? Какой-то. Про этих освобожденный, по-моему, называется. Да, Уилл Смит в главной роли. Там про афроамериканцев, которых держали в плену. Ну, вот это про рабство. И он там сбежал, в общем. Ну, спасся, молодец. Но фишка в чем? Фильм был черно-белый. И это так устали глаза у меня смотреть. Как вот сейчас. У меня опять игра зависла, да? Короче, что-то у меня игра стала зависать. А мы с тобой сколько играем уже? У меня телефон за все зависло. Нехорошо. Давай на этом остановимся тогда. Продолжим в следующей серии. Спасибо тебе огромное за просмотр. Поддержи, пожалуйста, лайком. Пиши комментарий. Обязательно подписывайся на канал. Пока-пока.